Компания КАЗ до сих пор не осушила техническую остаточную воду от предприятия, расположенного в специальной экономической зоне Атырау. Об этом заявили местные общественники. Это несмотря на то, что на выполнение этой задачи департамент экологии давал срок до 31 июля. Территорию, где грязная вода может нанести ущерб природе, посетили члены Республиканского общественного совета по противодействию коррупции партии Манат. Теперь депутаты Мажилиса держат этот вопрос на контроле. Мы поговорили со специалистами и самими экологами. Есть большие сомнения в чистоте воды, поэтому мы будем поднимать этот вопрос в парламенте. Если это будет необходимо, мы со всеми сельскими гражданами договорились внести определенные изменения в экологические нормы, и теперь мы намерены подготовить предложение. Кроме того, в регионе прошло выездное совещание Республиканского совета. На территории области с 2021 года зарегистрировано более 150 коррупционных преступлений. Чаще всего это дача взяток, хищение бюджетных средств, превышение должностных полномочий. По итогам заседания нескольким должностным лицам сделали партийный выговор. Это очень важный вопрос. В каждом регионе необходимо уделять внимание вопросам профилактики противодействия коррупции. Теперь будут помогать и правоохранительные органы. Нужно создать определенную модель, чтобы продолжить работу в этом направлении и систематически выполнять ее. Мы по мере возможности оказываем поддержку.